Обсудим тему с Оксаной Продан, замглавой фракции БПП, и, что даже более важно, ответственным экономистом, который не скатывается в популизм, не чистую теорию. Правда, Оксана? Спасибо, что пришли. Ваш прогноз? Как долго стало ждать финальной версии меморандума с МВФ? Ну, на самом деле, я думаю, что никто в Украине сейчас не скажет конкретную дату этого меморандума. Все переговоры ведутся в абсолютно закрытом режиме. Налоговый и таможенный комитет, в котором я работаю, никакого понимания о том, что происходит и какие переговоры ведет Министерство финансов, на данный момент не знает. Поэтому сказать дату... Но в парламенте вот сейчас уже даже начали появляться законопроекты о моратории на подписание меморандума с МВФ. Что это, чистый пиар-популизм или просто желание подстраховаться и не принимать участие даже в обсуждении тех громких и скандальных законопроектов, которые общество может не принять? Ну, я думаю, что вносить проект, который не несет за собой никакой смысловой нагрузки, зная точно, что он не может будет пройти через парламент, это чисто политическая деятельность. Из тех вопросов, которые обсуждаются, что, по-вашему, нужно Украине, а что нужно отсечь? Например, пенсионная реформа. Смотря какая. То есть, если мы говорим о том, что раньше декларировали исключительно об увеличении пенсионного возраста, не о чем говорить. Но если мы говорим о изменении системы, которая сегодня однозначно не работает и которая не обеспечивает страхование пенсионного, тогда да, можно говорить о изменении пенсионной системы с тем, чтобы мы с вами, наши дети, имели шанс получить эту пенсию, реально пенсию в будущем. Хорошо. Также коротко попрошу прокомментировать и земельную реформу. Вы считаете, что этот вопрос может решиться хотя бы в течение ближайшего года или нескольких? Я уверена, что на данный момент в парламенте нет голосов для того, чтобы отменить мораторий на продажу земли, поэтому мы можем говорить только о прозрачности процедур, которые сегодня действуют, о полном очищении кадастра. Государство должно показать, очистить все те земельные участки, которые есть, чтобы было понятно, кто чем владеет. И это тоже важно. Оксана, ситуация экономическая вообще. Насколько мы на сегодняшний день заинтересованы в транше очередном от МВФ, учитывая последствия от блокады на Востоке, эксперты грозят миллиардными и многомиллиардными потерями. Курс гривны может просесть. Блокада на Востоке, курс гривны сегодня не зависит, ну, абсолютно другое, чем, опять же, вы говорите, но на самом деле МВФ нам нужен как партнер для того, чтобы, во-первых, с нами работали другие международные организации и кредиторы, во-вторых, держать курс, это помощь, дополнительные деньги, ну, и, что важно, не только для нас, но и для МВФ, нам необходимо возвращать ранее взятые кредиты, а для этого, опять же, надо перекредитовываться в том же МВФ. А действительно, что это правда, что в новых требованиях МВФ есть такой пункт запуск финансовой полиции вместо старой налоговой полиции? Или это все-таки наша украинская идея, которую пытаются? Я думаю, что это правильное предложение со стороны правительства Украины, если оно там есть, никто же не видел последнего драфта. Но мы вынуждены сегодня говорить о новых каких-то механизмах, потому что на прошлой неделе все-таки парламент смог провалить возрождение налоговой милиции. Сегодня этого органа нет. Он де юре вроде как есть, но полномочий у него нет. Пользуясь возможностью, тем предпринимателям, которые не знают, полномочий у налоговой милиции сегодня нет. Поэтому Министерство финансов, Кабинет министров заинтересован в том, чтобы создать новый орган. Оксана, ну начали мы говорить о налоговой, о финансовой полиции. Какую из этих направлений вы поддерживаете? Налоговую или финансовую полицию? Я была серед тих депутатів, які робили все, щоб не було проголосовано за відродження податкової міліції. І я переконана в тому, що це минуле. Ми не маємо права допустити відновлення їх. А тепер ми говоримо про службу створення фінансових розслідувань. Я переконана в тому, що... Ну, хорошо. Як швидко це можна зробити? І яких змінень можна чекати? Що конкретно може змінитися після запуску фінансової поліції? У нас з поліцією реформували, багато кричали, але результатів немає. Не вийшло ли так же з фінансовою? Ну, во-первых, я бы разделяла вообще... Я говорю о качестве реформ. Значение. А я бы разделяла значение вообще налоговой милиции как таковой. Вся ее история с 2005 года, нам ее обещали ликвидировать, это я говорю сейчас как бизнес, как граждане, потому что это только маски-шоу. Никакой эффективности их работы никто не смог доказать даже сейчас, когда мы обсуждали надо, не надо. Поэтому это абсолютно разные уровни. Но когда мы говорим о создании другого органа вместо налоговой милиции, это однозначно должен быть
быть орган, который будет заниматься аналитикой и который будет заниматься исключительно преступлениями с большой стоимостью, большие экономические преступления. Это не должны быть те люди, которые были вчера, которые еще до сих пор числятся в кадрах налоговой милиции, которые ходили и собирали, извините, деньги не в государственный бюджет. Ну, а об эффективности налоговой милиции могу от себя добавить, специально проверял, готовясь к эфиру. 2 месяца уже не существует ее, но за это время никакого всплеска коррупции или там преступлений налоговых, в общем-то, в Украине не видно. Спасибо вам за этот разговор. Оксана Продан была гостем подробностей недели. Мы с вами продолжаем.